Начинаем, да? Новую жизнь. Да? Мы в ЗАГСе, все в масках. Сейчас ждем, когда нас пригласят. Сейчас пофоткаемся. Так, невеста, покажись, моя красавица. Такая невеста. Так, жених, становитесь рядышком. Ой, какие вы. Так, мы будем вас фоткать, да? Для себя. Давайте пока фотограф не пришел. Жениху с невестой разрешили без масок быть. У вас такой, Анечка, букет красивый. У вас кости одинаковые. Да? Да, давайте, пока мы стоим, сделаем. Фоткаемся. Остаются, остальные гости ожидают на улице. Будьте добры. Прощайте. Пока. Наших молодых забрали, там оформляют документы. Это центральный ЗАГС, палаццо Дружиня. А мы пока стоим, кофеек пьем, дети напиток ждем, да? Со своими зрителями, девочки, платье. Потом ближе покажу. Но это не то платье, которое я покупала. В другой день расскажу. Какой казус произошел, да? Еще почему, как лучше стать, почему я не рассказывала, что мы едем к Анечке на роспись, так как вы знаете, что границы могут закрыть из-за коронавируса. Я переживала, чтобы, не дай бог, не закрыли границы, и мы могли не попасть сюда. Ну, в общем, все хорошо, все обошлось. Мы приехали, все. Будем сегодня, да? Дочечку замуж отдавать. У нас свадьба скромная, да. У нас роспись будет, и мы только родственники собираемся, потому что в кафе, где мы будем отмечать застолье, больше 8 человек нельзя. Ну, в связи со сложившейся ситуацией в мире. Вот, так что у нас так, да. Анечка, как положено, невеста в платье с фатой, красавица, жених тоже красавец. Все. И мы красивые, да, все. Да, да, да. Да. Если родственники, если что, не обижайтесь. Да, кому не. Да, ну что? Такая ситуация, никого нет. Вот мы, вот наша компания. Мы будем только родители и дети. Ну, как раз у нас с женихом и невестой 8 человек. Мамочка у нас красивая. Сестрички. Так, папа, самый радостный и незабываемый день в вашей жизни. Создание семьи – это начало доброго союза, двух любящих сердец. Как представитель государства, прошу вас ответить, является ли ваше желание стать супругами свободными и искренними и взаимными? Готовы ли вы разделить это счастье, ценить каждый миг, прожитый вместе, поддерживать и любить друг друга в боли и радости? Прошу ответить жениха. Да. Прошу ответить невесту. Да. Согласие получено. Дорогие жених и невеста, знак верности и непрерывности вашего семейного союза, знак любви и преданности друг другу, примите эти обручальные кольца, которые с давних времен символизируют святость брака. И обручитесь с ними, пожалуйста. Жених обручает невесту. Невеста обручает жениха. Всегда будут рядом. Константин и Анна.
государством, пожалуйста, супругу. Супруги, одноневый муж и жена. Новая семья в нашем государстве. Поздравляем вас с законопроектом. Желаем вам жизни счастливой и судьбы славной. Поздравьте друг друга уже как супруги. Поцелуем. Горько! 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 Супер! Смотри, сейчас поздравляем! Счастья, Бога! Поздравляем! Мы приехали в парк. Детей фотосессия. Ходим, гуляем. Кстати, очень-очень много людей. Класс. Фоточки будут классные. Обязательно надо женщине пройти. Класс. А какой это парк, Олег? Парк это какой? Шевченко. Шевченко. Парк Шевченко в Харькове. Красиво. Да, красивый парк. С собаками нельзя, Жень. Хорошо? Вот, смотри, какая стоит этот... Вон где фонтан. Видишь, там такой скатный, я не шевелился. Ага. Красивая будет фотосессия. Погода у нас отличная, не жарко, так хорошо, прям прекрасно. Дальше кришнаиды ходят. Хороший парк, красивый. Мы идем фоткаться, и смотрите, какой дуб. 1775 год. Вау! Огромный! Класс! Мама себе. Мама себе снимает. Вечером светится фонтан красивый. Парк красивый, там цветы красивые, да? Аня уже устала ходить, уже каблуки сняла. Помаду размазала? Ну да. Я снимаю, смотрите, какой красивый органный зал. Не зал, а здание, помещение. Ну, это да, собор. Собор красивый. Ох, большой-большой такой. Мы стоим, ждем молодежь. Они ушли снова фоткаться. У нас уже сил нету, кстати, да? А время сколько? Время в кафе уже пора. Питейное заведение. Мы пришли. Тут смотровая площадка такая красивая. Там вдали собор, но солнышко светит. Ракурс не очень. Идем. Красиво. Вот он. Красиво, красиво все везде. Все, молодежь. Все, фотосессия закончилась. Я теперь могу тоже с вами ходить. Мы все переобулись, хоть куда. А кто это тебе дал? Это мне дали. Видишь, я как Анечка уже. Бриллианты. Класс. Завтра выпадет.
этот, Назар, яблочко покушай. Все, мы приехали уже в Сим-Сим. У нас последняя локация фотосессии. Мамочка, сейчас где Маша? Не знаю, сейчас ждем. Наши еще не все подъехали. Красивая арочка. Я не знаю, где наш зал. Мы заказывали Ане беседку, чтобы не в зале сидеть. Может быть, ну потому что нас немного. Софиечка, ну там большие залы очень. Хочешь, пойди так чуть-чуть посмотри. Сим-сим. София заглядывает. Софиечка, это большой зал, да, там. А, там маленькие зальки, там маленькие столики. Ну, разные. Столики маленькие сейчас. Вот. Ой, пахнет вкусненько, уже кушать хочется, да? Пошли, я тебя сфоткаю вот тут возле арочки. Я уже чувствую. Мы с Софией переживаем, ну как тут так свежо. Или фонтан рядом, или потому что как-то тени София. Мы с Софией не взяли ничего переодеться. Кофту забыли. Я тебе, Костя, пиджак даст. Будем надеяться, что не замерзнем. Мы-то взрослые не замерзнем. А Софийка, может, в беседочке будем сидеть и будет хорошо. Ждем сейчас Олег с Олей и Женей подъедут. Мы чуть-чуть раньше приехали, а не позже. Сейчас будет у нас застолье. Все проголодались, голодные. Класс. Хороший такой фотограф. Дима, молодец. Ой, что-то летит самолет где-то. Ага, смотрите. Самолетик летит. Вот разные беседки. Но здесь не накрыто, значит, это не наша. Вон там люди сидят. Там тоже беседка большая дальше. Какой-то зал. Белый, красивый зал. Там люди тоже. Ну, немного людей. Наверное, тоже может свадьба. Так, наши уже идут. Олег с Олей. Папа. Ой, наш каравай сейчас достанет. Так, все, мы приехали. Да, уже рассказала. Беседка. У нас большая. Назарчик, ты чуть-чуть, много не... Тебе понравилось? Каравай понравился, да? Класс. Каравай, в общем, мы ломали, но у нас получается, мы стояли, и нас фотограф там все нам фоткал. Вы нам нальете? Да, конечно. А что, вы сами не нальете? Жени говорит, что сегодня я не наливаю. А хотела что? Хотела бы, чтобы мне налили. Так ты иди наливай. А мы не достаем. Да? Садись. Я что хочу сказать? Мы же шампанское можем. А зачем? А зачем? Не, зачем? А кто? А? Оля за рулем не пьет. Оля за рулем. Да видишь, у вас воду. Так, у нас тут, я вам так покажу. Да, да. Ой, а дерево мощное. Можно, знаешь, как? Немножечко. Раз воды, немножечко сачка. Аня. Смешаю. Софи, можешь? Чтобы проверить. Ты водка? Конечно. Я жду другого. Вы прямо звездная пара. Очень красивые. Я уверен, что вы будете очень счастливыми, очень богатыми, очень здоровыми и очень многодетными. Всех нас сделаете бабушками и дедушками много. Конечно, конечно. Вот. Сейчас любви вам и уважения. Поздравляю вас! Поздравляем! Поздравляю вас. А что мы там вначале? Ура! Давай, доченька. Ура, 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 ура! А Софиечке? А София пьет напиток. Да. Ну что? С праздником. С праздником? Ну все, Горько! 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 Они хотели целоваться! Анечка, очень вкусный салат вот это. Что это за салат? Я не помню. Не помнишь? Рома. Вот нам еще Цезарь Понял. Принесли. Ну, спасибо, Наташа, большое за поздравление. Так, Наташа, да, тебе вот. Говори. Папа, поздравляю. Дорогая доченька, Константин, сынок,
уже считай тоже. Сынок. Сынок. Я вас поздравляю с созданием вашей семьи. Хочу вам пожелать счастья, любви, взаимопонимания, добра, богатства и духовного, и материального. Вот. Хочу вам пожелать, чтобы у вас в жизни все было хорошо, без, как говорится, заминок всяких. Вот. И, как говорится, добрый путь вам. Все, мы присоединяемся к поздравлениям. Спасибо. Давайте поздравляем вас! Класс! Ой, помогайте, все, давайте. Все хорошо, все отлично. Стало. Ой, какая вкуснятина. А что это такое у нас? Хадж. Смотри. Называется хадж. Хадж? Хадж. Это, подожди, что это? Это не татарское? Это, по-моему, нет, не татарское хадж. Хадж. Это, по-моему, другое. Он так красиво бурлит. Таджикское, по-моему. Таджикское? Это блюдо. На чьей национальности блюдо? Азербайджанская, ну, Женя. Да, хаш, по-моему, азербайджанская. Ты в Азербайджане жил. Жил, блин, позабывал. Ребята, извините. Давно уехал оттуда просто. Это овощи, да? Картошка, синенькие, помидоры, мясо. Но если в Азербайджане мясо должно быть... Я там родился, там вырос, Костя. Я уехал студентом. Я только закончил 9 класс. И квартиру стоит для нас купить овощи. А там полтинник. А знаешь, что там цены резко стартануют? Детки вышли погулять. Это наша беседочка. Я вообще думала, тут уже все. Беседка и забор. А тут такая, такая хорошая полянка. Газон стриженный хороший. Класс. А вообще, дети, вы спрашивали, здесь можно ходить? Боже, какая трава мягкая. Ну давай GoPro камеру. Смотри, нет, у меня есть. Костя, есть у нас это экшен. Смотри. Подождите секундочку. Она свит? Она спит. Приветик. Элочка, это ты. Спасибо. Позвонила. Кебаб. Посмотрите. Вкусняшка. А люля, да? Маленькие, красиво. Накрыли их, чтобы они быстро не остыли. И у вас. У нас лучше накрыли, чем у вас. Ой, да ладно. Нас, да. Да. Все лучше для гостей. Да, красивенькие люля. О, не знаю, Назар. А мы что с собой? А что это за собачки? Да грибочки, да. Погладь. Это типа шпиц. Да? Да, я уже в горло. Жень, ты уже на танце? Да. Лучше спокойно, потихоньку, нежели так сразу, быстро, резко. И можно, наверное, сразу быстро.